Приветствую всех всем на канале. После недолгого перерыва я возвращаюсь в игру Car Parking Multiplayer. Как бы начали все с самого начала и будем потихонечку зарабатывать. За 25 тысяч я купил себе вот такой вот автомобиль. Давайте что-нибудь сейчас с ним придумаем и поедем его перепродавать. Так, начнем с цвета. Наверное, зеленый какой-нибудь будет выглядеть неплохо. Так, ну давайте вот такой. Нет? Нормально вроде смотрится. Так, зелененький. И здесь зелененький. Так. Хотя, смотрите, может красным сделать его? Таким вот оранжевым. А вот, смотрите, какой цвет прикольный. Мне нравится. Давайте оставим его таким, наверное. Не понимаю, глянцевый он сейчас, не глянцевый. Какой-то похож на матовый хамелеон какой-то. Так. Вот он глянец. Ладно, давайте вот так вот оставим. Так, окна у нас черные и без какой-либо пленочки. Так, колеса. Колеса черные. Давайте сделаем максимальный глянец, насколько это возможно. Так. Переходим к тюнингу. И давайте как-нибудь аккуратненько ее занизим. Так, жесткость. Не, ребята. Возвращаем обратно. Жесткость нам не нужна. Очень сильно опускаются тогда арки. Ну, так вот, легонечко ее занизим. Так, и давайте приподнимем заднюю ось. Так, вот, супер. Готово. Вот, все. Сейчас должно выглядеть нормально. Так, больше у нас денег ни на что нету. Так, ребята, захожу на сервер город, на локацию, и едем сейчас с вами тогда на рынок. Вот, все, тогда пока едем на рынок, расскажу, что будет вообще. Я начал car parking заново, то есть я его изначально забросил, и вот сейчас эта рубрика у нас на канале восстановилась. Что мы будем делать? Зарабатывать деньги, перепродавая машины, работая в такси. Кстати, вот такой вот салон интересный. Вот не знаю почему, у некоторых у Приора салон проработанный, а я захожу в свою игру, у меня не проработанный салон у Приора. Это прям как-то не очень. Ладно, едем. Так, ребята, заехал уже в город. Короче, что будем делать? Будем перепродавать автомобили, зарабатывать на этом деньги. И помимо этого еще будем работать в такси. Вот, и все эти видео будут у нас на канале. Вот, вне игры я. Вне записи я играть не буду. Так. Здесь у нас короткий путь есть. Сейчас по нему тогда проедем. Играю сейчас на руле, чтобы более плавные повороты были. Надо привыкнуть. Потому что изначально играл на наклонах и на кнопках. Так, тут чувствительность определенная, поэтому надо ее прочувствовать. Так, здесь поворачиваем. И аккуратненько поднимаемся. Там это сверху говорит, обменяю Rolls-Royce на M8. Мы едем, блин, на каком-то кивике. Так, здесь поворачиваем. Включаем поворотничек. За 25 тысяч. Ну, смотрите, сначала выставим за 30. Если брать не будут, я... Ценник пониже до 27. Потому что, в принципе, я туда не вкладывался. Нисколько я купил за 25 тысяч, так у меня за 25 тысяч осталось. Так. Здесь уже собралось большое количество людей. Так, ставим. Давайте, модель автомобиля я не помню, но вот мне очень сильно напоминает кивик, поэтому давайте вот сейчас 30 тысяч. И напишем кивик. Вот, ок, ок. И стоим, ждем. Так, закрыли машину, чтобы ее никто не забрал. А то я несколько раз так перезахотел. Машину забирали. Ну, и я их не мог никаким образом догнать. Вот. Приходилось перезаходить на сервера заново. Так, ну мы ждем. Вот у нас пацан на Rolls-Royce.
А вон пацан на М8, походу обмен у них будет. Ну ладно, нас это не интересует. А, так, мы ждем. Ну да, ок. Так, и ждем, короче. Давайте чуть-чуть, наверное, вперед даже проедем сейчас, чтобы покрасивее встать. Вот такая вот у нас машина. Так. Разными камерами покручу. Смотрите, вот все приезжают, смотрят. Я как бы несколько раз заходил, на рынке такой активности не было ни разу. Так, перед нами тут купили акулу. Так, вон пацан стоит рядом с моей машиной. Ладно, ждем, короче, пока к нам кто-нибудь подойдет. Вот так вот подъедем аккуратненько. О, все на Мерсах, все на этих Бэках, все на Роллс-Ройсах. И я такой продаю кибик какой-то, блин. Хюндайчик какой-то за 30 тысяч. Так, опять давайте смотреть салон. В принципе, у меня сейчас графика и не на всю, но все же. Так, надо искать какую-нибудь сейчас простенькую машину, чтобы подъехала. Кстати, помимо продажи, можно еще, кстати, и обмениваться автомобилями. Тоже хорошая идея. Вот. И, ну, самое главное, чтобы обмен был у нас выгодный. Так, вот, пацан подошел. Давно здесь уже стоит. Женщина подошла еще. Ну как женщина? Дима. Будем смотреть сейчас. Ну, купит, не купит. Что-то смотрит, рассматривает, не знаю. Так, вот пацаночка какой-то подъехал тоже на такой же тачке. Так, садимся тогда в нее, наверное. Это он, что ли, поугарал? Я не увидел, кто там смайлик оставил. Блин, цвет мандарины. Мне прямо нравится очень сильно. Все ядовитые цвета. Так, ладно, ждем тогда. Так, ребята, подъехал пацан на кабриолете. И сейчас тогда... Вон он, крутится, вертится. Ой, было бы круто, если бы он у нас купил машину. Вот, в принципе, мы тогда вышли бы в плюс на 5000. О, так, бай. А, это его машина, да? Ну что, давайте окна жмем. Все? Подождите, в смысле? Мы с ним поменялись? А, да, он ушел. Мы с ним поменялись автомобилями, серьезно? То есть у него там кабриолет дорогостоящий, о. Так, давайте посмотрим сейчас, сколько он вообще стоит. Вот наша коллекция. Теперь у нас есть вот такой вот прекрасный кабриолет. В следующей серии мы его продадим. Будем перепродавать. Или перепродать приору. Пишите в комментах, нужна ли нам вообще приору. Продать ее нафиг. Вот, чтобы не мешалось. Тогда сейчас посчитаем, насколько мы в плюсе. И на этом тогда закончим серию. 43 у нас среднее значение. И 49. Ну, где-то 45 у нас получается в два раза. Ценник машины больше.